Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. Мы продолжаем играть в игру Clash Royale. Так, и будем играть с вами опять же в PES Royale. Так, ну что же, 2 на 2, команда у меня старая. Так, а что у нас здесь? Собрать... Ух ты, сборщик эликсира. Ну это, ребят, ерунда на самом деле. Мне не особо это нравится. Ладно, забрали так забрали. Ну что же, бой 2 на 2, быстрый, как всегда, ребята. И нам нужно дальше продвигаться вниз там, открывать новые карты и так далее и тому подобное. Так, электрическая долина. Так, смайлдог. Ну, в принципе, неплохо, ребята. Кстати, у него какой-то юнит там новый с собачкой, я не знаю, ребята. Так, удачи, спасибо тебе. Тебе тоже удачи, не хворать, не болеть. Давай начнем с ведьмы, наверное, да? Ха, он тоже начал с ведьмы. Ладно. А вот, ребята. А, это не собака, это на каком-то кабане. Да? Так, давай, ребята, тоже вызовем мага. Попробуем завалить. Так, ну. Так, я думаю, что первую башенку мы с вами, да, разнесли. Причем довольно неплохо. Быстренько мы ее, да, расчекрыжили. Так, минус. Оу, слушай, по-моему, сейчас и базу мы с вами разбомбим. Тут довольно как-то быстро все у нас прошло, мне понравилось. Ладно, три короночки. Так, хочет дружить, смайлдог. Хорошо, ребята. Покидает чат. Ну что же, а мы с вами, ребят, продолжаем. Так, еще нужно 7 корон нам с вами получить для того, чтобы дальше продвинуться. Открыть, как говорится, сладкий ревард. Фух, ну. Так, костяная яма, ребята. Угу. Торнадо, бочка есть, да? Так, давай посмотрим, ребята, что у нас тут получится. Стрелка, наверное, вызвать. Или все-таки шар, в первую очередь. Наверное, я вызову, ребят, вот здесь у стрелка. Пускай он пока там пиликает потихонечку, да? Вот, а вот сюда вот, наверное. Блин, не знаю, ребята, он пока тихорится. Пока никого не вызывает. Он, видимо, что-то задумал. Посмотрим. Слушай, а что? Ага. Понятно. Я понял, ребята, его тактику. Но мы, по-моему, все равно накажем, да, базелочку-то? Маленечко заденем ее. Ну. И взорвется. Отлично. Давай тогда вызываем дракончика сюда в помощь. Пускай он тут немножечко побуянит. У нас два дракона, да? Два дракона, ребята, не справляемся мы, да? Нет, справились, все, отлично. Так, маг, беги. Это же наше ускорение, ребят, по-моему, стоит, да? По-моему, наше. Так, ну что, дракон, который у нас тут все поджигает, ломает, да? Мы его тоже ликвидируем. И стрелка, ребят, я выставляю сюда. Так, ну. Отлично. Так, давайте мага этого заколбасим. Успели. Слушай, ну, я думаю, что здесь, ребята, будет изи победа. Потому что, ну, как видите, уже здоровья у базы нету. И мы просто-напросто добиваем. Что-то как-то легко все. Давай тоже сделаем. Ну что, ребята, мы продолжаем. Вау, золотой сундук. Это круто, ребята. Золотой сундук мне здесь не помешает. Это уж точно. Ну что же, еще нужно 4 короны. Поехали, быстрый бой. Пока все идет, ребята, гладко, четко. Мне нравится. Не знаю, что там будет дальше. Дальше будет, наверное, полный Алис. Скорее всего, так. Так, скелетики, дракончики. Слушай, кто? Что там у него было написано? Я так не понял. Давайте, ребята, начнем, наверное, с ведьмы. Ну, всегда выставляем ведьму. Ага. Опа. Опа-па. Вот это мне, ребята, уже не нравится. Очень не нравится. Давай, наверное, вот так вот с вами вызовем. Так, скелеты побежали. Так. Да, у него тоже, ребята, есть молния, и он бомбит. У них у обоих есть молния. Так, ну что, попробуем сейчас базу, наверное, да? Башенку одну атаковать. Я возьму, ребята, еще стрелка сюда. Шикарно. Так, ну что, там даже скелетик у меня что-то там бегает. Упс. Дракончики. А ладно, в принципе, скелеты для них, ребята, это не проблема. А вот валькирия их почекрыжит. Блин, давай, выставляй скелетов. Скелетов выставляй своих. Чё? Все, нормуль. Он просто добил базу. А так можно было бы скелетов вызвать, ребята, и они бы разбомбили бы. Йо-хоу! Так вот сделаем. Так, ну что, остается еще, ребята, всего лишь одна победа. Погнали.
Раз у нас все идет так четенько, почему не воевать, как говорится, да? Ледяной пик, арена 8. Кстати, мне нужно, ребята, подниматься в рейтинге, это в соло-игре, чтобы перейти на 9-ю арену. Там, естественно, новые карты, там, естественно, новые возможности. Кто там? Опа-на! Да? На буйволе ты скачешь, значит, да, здесь? Ребята, он стрелка вызвал там. Опа, ты посмотри, что происходит. Ну, молодец, хотя бы не растерялся. Стрелок вот этот меня, ребят, смущает очень сильно. Молодец, хотя бы так его законтрим. Красавчик. Красавелла скелетиками просто забомбашил. Умница. А вот то, что он валькирию вызвал, это не есть гуд. Поэтому давайте, наверное, мы, ребята, вот так вот сделаем. Я понимаю, у него миньончики, все, но и мой стрелок здесь, конечно же, поможет. Так, смотри, ребята, блин. Не то, не то совсем. Ладно, пускай этот охламон, ребята, подойдет. Я, наверное, вот здесь вот его... Да куда ты ставишь-то? Я же... Ну ты же видишь... Ладно, фиг с ним. Так, ну здесь, ребята, вот минус одна башенка. Это 100%. Давай-ка вызовем сюда, наверное, ведьму. Будем контролировать. А, он валькирию. Ладно, тоже неплохой вариант. Тоже неплохой вариант. Что у него там, я не пойму. Сборщик маны, что ли, стоит? Так, Пека бежит. Пека, ребята, и прикрывается это все дело драконом. Поэтому давай вот так вот сделаем. Смотри, что делает, а? Охламонище. Охламонище. Тут надо, ребят, скелетиков вызывать. Одно... А, у него миньоны справились. Так, бомбер, ну он, наверное, не добежит. Его сейчас расстреляют, скорее всего. Ну, бомбера давайте там. Два выстрела ему, отлично, все. Так, выходит маг. Мага, ребята, мы, естественно, будем сейчас стрелком. Опа! Давай, 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 давай. Как-то вот таким вот образом. Ребят, тоже буду помогать дракончикам своим. Ух ты, а это что за дракон, ребят? Я такой... А, он был, видимо, просто, наверное, отравлен или что-то типа того. Кабан, отвали! Пришел тут ко мне. Ну, ребята, тут, скорее всего... Блин, он опять переключился. Давай вызовем ведьму. Я думаю, да? Как вариант. Пека бегает там. Ну, Пека ничего не сделает нашему дракончику. Вот тут уже, конечно, будет разбор. Секунду. Так, нормально. Пока нормуль, ребята. Давай этого законтрим. А кто? Ага. Так, бомбер там ползет, смотрите, ребята. Но он ничего не сделает. Так, миньонов вызывает, молодец. А я тогда вот сюда валькирию. Зачем ты вызвал этого конника? Зачем он тянуть? Если только чисто отвлечь внимание. Все, ребята. Безумный крик. Но главное, ребята, мы с вами выиграли здесь. И, конечно же, я получаю реворд. Вот для чего мы с вами, в принципе, здесь и деремся. Забираем награду, ребята. Так, уровень открыт. Это что у нас такое? А вот это что такое, ребят? Энергии, что ли? Не пойму я. Ну, давай откроем сундук золотой. У нас, ребят, 6 карточек в нем будет. Так, 677 голды. Так, 2 кристалла. Орда миньонов 13 штук. Разряд 24 карточки. И огненный шар 8. Так, и заморозка, ребята, эпическая карта. Первая, да, из 4. Доступно замен 4 из 4. Так, что мне надо заменить, ребят? Ну, во-первых, наверное, фаербол я буду менять. Да нет, боевой таран тоже не айс. Да господи, что вы мне подсуете? Какой-то лабуду, ракета. Ну, ракету я, наверное, оставлю. Заморозку, наверное, тоже оставлю. Миньоны мне нужны. Давай вот здесь поменяем. Тесла. Ладно, фиг с ним, ребята. Ну чё? Ух ты, а тут-то какой сладенький ревард будет. Смотрите, ребята. 4 карточки. И тут 4 карточки. А тут 2000 голды. Ух. Я думаю, надо. Надо нам рвать копыта именно сюда, ребята. Еще, как говорится, попробуем. Так, подожди, а у меня... У меня есть что-то на прапывание, но я думаю, что денег у меня вряд ли хватит, да? Тут 2000 монет нужно. Кабан тоже, всадник на кабане, да? Тоже нужно. Так, а это-то что у меня такое, ребята? Исцеление, да, я же получил новое. И что это у нас? Лечи своих солдат, чтобы они не выбили из строя. Дружественные войска будут исцеляться в зоне действия заклинания. Не влияет на здание.
Не знаю, ребята, кто-нибудь вообще применяет вот это исцеление. Блин, вот, ребята, что у нас будет на девятом, на девятой арене. Мне нужны вот эти бойцы все-таки. Как хочется получить-то это все. Так, что это такое у нас? Доступно на арене 12. Хе-хе. В общем, на 9, на 8, ребята, вот эти вот у нас открываются, да? А на 9 уже вот эти. Ладно, фиг с ним. Это уже все потом. Мы с вами должны еще, ребятушки, наверное, сыграть. Так, нам нужно 9 побед. Быстрый бой! Конечно же, быстрый бой. И погнали. Надеюсь, также все будет у нас хорошо и быстро. Так, Кабанья гора, да? Ого! Вот ты, парень, ты, конечно, ты начал так круто. Неплохое такое начало. Давай туда, наверное, шар отправим с вами. Что он там будет делать сейчас? Дракончика, да, вызвал? И миньонов целую кучу. Упс. Давай, ребята, помогаем нашим соотечественникам. Ну, господи, ну, расстреляем или нет? Кабан, ребят. Кабана нужно, естественно, контролировать. А вот скелетов у него есть, ребята? Нет, у него тоже откаты по всем фронтам. Блин, у меня... Я бы с удовольствием, конечно, бы призвал бы сюда, но не успеем. Нет, успели. Мы успели, ладно. Погнали с лучником, ребята. Ой, с магом. Давай, магистр. Да кому он там призвал? Пеку! Ребята, он призвал сюда Пеку. Давай, наверное, попробуем так. Тоже нам уничтожили, ребята, с вами одну базу. Да какую базу? Башенку, елки-палки, базу. Так, пускай пока дракончик, ребята, отвлекается. Мне нужно сюда стрелка выставить. Опа-на. Так, полетела бочка. Слушай, ну хитро, хитро. Сейчас мы вторую, ребята, с вами потеряем башенку, к сожалению. Ничего ты с этим не поделаешь. Блин, кабан выбежал, а? Да нет, валькирия здесь вряд ли, конечно, справится. Хотя, подожди. Давай-ка мы, наверное, вот так вот с вами сделаем. Тише, нифига он, ребята, расстреливает этих скелетиков. Ты понял? Просто. Да, проиграли? Наверное, проиграем. Сколько у нас там времени-то? Я, честно говоря, не обратил внимания. Давай так сделаем. Так, рассосались. Миньоны, вперед. Да, тут слив. Но ведь у него же есть фаербол. Почему он, ребята, не использует фаербол? Господи, вот дурило, блин. У него, оказывается, был фаербол. Пипец. Ладно. Я только сейчас увидел, ребята, что у него был фаербол. Если он у него не прокачанный, тогда нафига ты его берешь с собой, я не знаю. Ладно, слив есть слив. Тут ничего не поделаешь. Погнали. Исцеление у него есть, ребята. Слушай, а вот это имба. Это, ребята, имба. Вот этот вот летунок, так скажем. Смотри, что происходит, ребят. Смотри, что делает. Так, а эти-то олухи тут идут. Давай-ка... Нет, не будем мы, ребят, на них... Нет, надо отвлекаться все-таки, как ни крути. Шарик мой туда-сюда летает, как этот... Как неприкаянный. Не знаю, что ему и делать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как быстро они расколбасили ведьму, ребята. Так, ну что, давай, наверное, уничтожать вот эти вот базы, которые он тут наклепал. Но это не база на самом деле, это просто, знаешь, такие форты. Так, и вызовем сюда, наверное, стрелка. Ну, у него какая-то немножко странная, ребята, команда, если честно, да? Бумс. На баллистах, на домиках всяких построено. Видите? Тотемы. Давай так сделаем. Уничтожать это все, конечно. Ага. Вот так он сделал, да? Тыш, тыш, только стреляет. Так, понятно. Погнали эти охламончики.
Да, у него, ребята, какая-то странная не очень такая защита. Может быть, она, конечно, и хорошо заходит, но... На одних вот таких вот базенках как-то жить... Не знаю, для меня это какой-то, ребята, нонсенс, если честно. Ладно, это мы разбомбим, предположим. Нам нужно еще, ребята, просто одну башенку накумарить, и все будет у нас четенько. Сможем ли мы? Так, вот фаербол. Он выпускает куда-то там. И не попал, по-моему, еще, да, к тому же. Давай-ка я шар, ребята, вообще. Он, наверное, сейчас сюда башню поставит. А че он ржет-то? Ты сейчас, придурок, проиграешь. Господи, смеется он мне еще. Или не про... Не, проиграет. Проиграет это однозначно. Скелеты, вам не пройти. Так, а что-то как-то... Я смотрю, ребята, исцеление не особо хорошо и рулит здесь. Ну, предположим. Давай так сделаем, скелетов сюда вызовем. Ну, он в любом случае, ребят, проиграл. Единственное, что, конечно, нам получится... Достанется меньше звездочек, да? Да, меньше звездочек. Всего лишь одна, потому что мы одну, ребят, только лишь башню ему разнесли. Но все равно как-то странно. На одних вот таких вот базах, ребята, он жил. Причем как-то довольно уверенно жил, я смотрю. Ну что, поехали, ребята, быстрый бой. Мы еще с вами, наверное, откроем, да? Один, так сказать... Реворд, и будем закругляться. Учебный лагерь. Так, ракета у него есть. Угу. Мега-миньон, ракета. Ладно, смотрим, ребята. Что-то тихорится пока. Вызвал Пеку. Хорошо. Так, подожди, копатель. Ребята, тут копатель у нас. Его, конечно, нужно ликвидировать. Ну, давай. Пробили. Отвлекает, гад. Слушай, а если я, ребята, туда шар запущу, а? Вот именно вот в эту сторону. Я думаю, это будет оптимально. Зачем мы так сделали, когда вот тут у нас... Ребята, у нас защиты здесь нету. Скелеты. Да скелеты, наверное, здесь нам не особо хорошо зайдут. А, это же мыши летучие, господи, я думал, что это скелеты. Я валькирию, ребята, зря просто здесь сфейлил сейчас, в данный момент. Давай так сделаем. О-хо-хо. Была большая моя ошибка, ребят, на самом деле. Большущая моя ошибка. Я поставил, я думал, что там скелеты маленькие идут. А это были летучие мыши. Да, вот так вот. И то, что мы с ним в одну сторону направили своих юнитов, а туда вообще никого, это тоже было глупо. Надо было как-то, я не знаю, или подождать, чтобы он вызывал уже сам. Так, ищем игроков что-то долго. Чтобы вызывал он юнитов, и нам уже определяться под них. Или как-то так. Но не надо было, конечно, всех сразу выпускать. Ладно, на ошибках учатся, ничего не поделаешь. Варварская арена. Так, ураганчик тут. Рэй плюс Даза. Ну, давай начнем с ведьмы. Если есть ведьма, ребят, всегда выпускай ведьму. Я так считаю. Зачем ты их две выпустил сюда? Зачем ты скелетов-то туда выпустил-то, господи, ну... Нет, так дело не пойдет, ребята. Давай, опять, ребята, опять этот чувачок, похож на который у нас был. Которая работает на одних базенках. Уж больно сильно мне это напоминает. Ну, давай. Бомбим базу. Кто там вышел? Блин, там вышел, ребята, супер-пупер скелет. Гигантский. И вот это, кстати, старая еще школа. На самом деле, ребята, когда под скелета, вот под этого гигантского, выставляешь... Вот этих вот мелких юнитов сзади. Это самое-самое начало. Это, можно сказать, как... Ну, база. Если не соврать. Ладно, хорошо.
Пока, ребят, ничего особо страшного нету, пока. Но все может измениться. Нам надо сейчас любой ценой вот хотя бы забомбить. Так, попробуем. Да что ты делаешь? Ну зачем ты выставляешь-то, господи? Ну и там же дракон идет. Нет, он зачем-то вот эту вот ерунду делает. Так, ладно, сравняли мы, ребята, с вами шансы. Так, летит дракон. Ну, долетит он, наверное, не долетит. Так, погнали. Валькирия плюс, ребята, стрелок. Ух. Давай попробуем так. Шар. Пека. Ну, пеку надо вот так вот, ребята. Давай. Пека, говорю, там бежит. Смотри, что делать, ребят. И фейербол, и что он только там не упускает. Давай, дракон, давай. Я еще миньонов тебе сюда в придачу навыпускаю. Погоди-ка. Ребят, победа должна быть за нами здесь. Что он тут делает-то, господи, смотри. Есть. Успели. Блин, было напряжно, конечно, на самом деле. Но вот этот вот бой мне понравился. Он действительно такой вот и сыгран. Хотя парень в основном использовал что? Торнадо, да, и молнию. По-моему, молнию и то не всегда. Так, ну что, сделаем небольшой перерывчик, да? И вернемся к игре. Ну что, друзья мои, продолжаем. Нам осталось 4 короны набить. И я буду надеяться, что у нас это получится. Кто-то, кстати, из подписчиков мне посоветовал взять голема к себе в колоду. Не знаю, думаю пока еще над этим, думаю, ребята. Ну, хочу прокачать себе ведьму до 9 уровня. Так, началось, короче, да? С этих печенек началось все. Угу. Так, что же нам тут лучше сделать? Давай, блин, он... Ребят, миньонов сейчас они забомбят, наверное, нет? Нет, не успели. Давай так сделаем. Стреляй в этих пеньков, господи, они мощные, да? Эти пенечки, ребята... Огненные шарики достаточно мощные. И он правильно сделает, что ставит их сзади. Так, ну что, давай поставим сюда, наверное, мага. Шелтайм, да? Фаербол, блин. Что-то как-то у нас тут не айсово получилось все на самом деле. Немножко не так я ожидал. Ведьма. Погнали. Так, он шар, ребята. А чё, давай, выпускай шар. И я, наверное, тоже выпущу второй шар. Ребята, это будет нормуль. Только выпущу я его, наверное, вот здесь. Попытаемся. Так. Пока неплохо, ребята, пока все отлично. Давай сюда скелетов, наверное, вызовем. А он миньонов призвал. Так, миньоны. Господи, у меня, ребята, нечем прикрыть. Да, потеряли мы с вами башенку, к сожалению. Так, подожди-ка секунду. Никаких шилтаймов. Так, секунду. Думаю, ребята, пока думаю. Никак не могу додумать. Одну башню у нас уничтожили. Я думаю, что сейчас мы вот эту вот уничтожим тоже ему. Хотя нет, он отвлекает. Он, ребята, отвлекает нас, как только может. Шар полетел. И это хорошо, кстати, что шар полетел. Так, давай вот так вот ведьму здесь выставим. Отлично, хотя бы сравняли счет. Это уже плюс. Да ладно тебе. Давай, ребята, так делать. Угу. Ну что, теперь? А теперь что? Погоди секунду, ребят. Кабан поскакал. Это хорошо, кстати. Эх, чутка не добежал кабанчик. Да ну, разнесу, да? Ай, ребята. А, еще есть время. Да, ну тут секунды считанные.
7, не успеем. Шар, наверное, не долетит. Вот здесь я, кстати, и отвлекает печкой. Хитро. Вот знаете, в чем проблема этого шара? Что он летит именно на любое препятствие, которое у него только есть. То есть ставишь там любую башенку, и он, конечно, на нее переключается. Но бой мне понравился, на самом деле было классно. Не знаю, почему мы здесь слились, в принципе, ничего такого не было. Вот юнит вот этот вот здоровый, который идет там, у него в руках какие-то там, я не знаю, кувалды. Но он довольно жирный, даже скелеты не могут его пробить, а он их разносит приблизительно как... Давай, наверное... Да зачем ты скелетов-то сюда... Я не знаю, ребят, зачем он вызывает скелетов? Вот сейчас вот... Ладно, хорошо, что у меня есть скелеты. Так, дракон. Бочка. Ладно, погнали. Подожди, 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 подожди. Так, ладно. Разобрались, якобы. Вот, еще один чувачок, да? Халабуда. А этот... А, тут еще и копатель. Тут еще, ребята, и копатель был. Ладно, пока спешить не будем, подождем. Так, у него ускорение. Стрелок. Так. Подтягивает, понятно. Мы этого хламона знаем, ребята. Так, попробуем. Так, два отряда миньонов. Давай дракона, наверное, еще, ребята, сюда вызовем. Йо, просто что происходит, а? Расколбас-то не детский. Слушай, ну вот это уже как варик нормуль. Как варик. Не успели, да, маленечко мы с вами? Совсем капельку, да, не хватило. Надо вот каких-то вот таких вот жирных, ребята, юнитов нам. Давай, притягивай, притягивай, притягивай их туда. Даггеры мы минусанули. Тут еще у нас этот рыцарь-мечник, да? Смотри, что ребят делает, а? Башню хочет снести, снес. Пошел отсчет. В общем, ребят, я хочу, наверное, сюда шар запустить. Попробуем. Я не знаю, если он сейчас его не перехватит чем-нибудь. Маг этот, замедляльщик. Нет, не получилось. А голема ты поздно, ребята. Поздно ты големчик-то вызвал. Что я могу тебе по этому поводу сказать? Давай, 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 этого скелета, отлично. Опять этот копатель здесь, а? Давай, големы, ну! Как он, ребята... Как он замедляет все-таки, а? Валькирия, ну дойди, ну пожалуйста. Ну, бомбани, ну разок. Нет. Опять фейл. Опять, ребята, сфейлились. На последних, блин, секундах. Участник команды снова присоединился. Понял. Понял, ребята. Я думаю, что за фигня? Он, оказывается, вылетал из игры. Блин, да что ж такое-то, а? Что за непруха? Если сейчас я фейлюсь, ребята, я буду менять колоду. Я буду менять себе колоду. Вот, вот этот вот вам чувачок, который вот с перчатками, с такими вот идет, с каменными. Так, он вызвал мага. Я вызвал, наверное, ребята, сюда мушкетера. О, лучник. Я таких юнитов-то 1000 лет уже не видел, если честно, ребята. Серьезно вам говорю. Погоди. Нифига тут орда. Да ну. Да куда? Вот нафига он этих лучников-то взял? Я не понимаю. Это же вообще нубы. Лучники, ребята, это нубье голимое. Я их 1000 лет не видел ни в одной колоде, он их взял. Да. Ну, мне, по-моему, ребят, здесь не повезло. С командой. Как вы видите, да. Лучников. У него, ну что у него там? Великан. Он еще и попасть не может. Нормально. Короче, понятно все, ребят. Тут
Расколбас полнейший идет. Погнали. Мушкетчик, по идее, ребята... Нет. Хотел сказать, мушкетчик сможет победить. Не смог он там никого победить. Погнали. Попробуем. Может быть, все-таки получится у нас отбиться. Фига там стреляет, чувак. С пушечкой-то с такой. Ну, бомбани. Так, опять копатель идет, да? Все, втихаря, ребят, бомбит здесь. Ну, уничтожь ты ему эту башню. Нет, не хочет, ребят. Ты фаербол-то... Ну, неужели нормуль получилось у него? Так, минус башня одна. А, у нас-то двух нету. Хе-хе. У нас, ребята, двух башен нету. Радуюсь тут. Стою. Ну, такая заваруха. Еще и кабан тут побежал. Погнали, попробуем. Так, попробуем этого убрать здесь. С поля боя. Ой, сейчас бумкнет, сейчас. Пол армии, ребята, снесли нам. Нет, фаерболом здесь далеко ты не уйдешь. Слушай, ну, согласитесь, был шанс. Я не знаю, правда, вот насчет вот этих вот гоблинов в бочке. Но шанс был. Так, давай, ребята, поехали. Поехали далее, как говорится. Ну, Кабанья гора. А, я же хотел, ребят, поменять колоду. Если проиграем, мы с вами проиграли. Давай ведьму, наверное, сюда поставим под прикрытие, если что. Так, мушкетеры, дракон. Угу. Как бы нам это сейчас не аукнулось, ребята. Так, орда скелетов. И вот какая-то вонючая мелкая бочка, ребята, всех сносит. Мак, ну подбеги ты, кабана. Надо было прикрывать. Так. Давай сделаем, наверное, вот так вот. Ой-о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 й. Ребят, неудачно. Так, валькирию призвал. И он... Зачем нам здесь две валькирии? А что сейчас такое бумкнуло, ребята? Такое сильное было бомбилище, что мои все юниты сгорели. А что он ничего не выставляет? Смотри, ребят, ну как вот так играть? Смотри. Понятно, короче. Вызвал меню. Когда ты вызвал миньонов-то, господи? Когда уже поздно. Полетел шарик воздушный. Ну, долетишь? Долетел. Но пока неудачно, ребята. Так, этого стрелка снесли. Так, подожди-ка. Может быть нам... Этого сейчас мы снесем. Ну, вот тут уже надо будет, наверное, ребята, вот так вот делать. Мага. Вот, смотри, видел, что он там бомбит такой? Я вот этого не понял. Если честно, что он там сделал? Да что за охламон-то такой, а? Смотри, ребят, ну непробиваемый просто чувак. Ну давай, 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 давай. Пипец, 30 секунд до окончания боя. Базу нам снесли. Так, ну что, ребята, я поменял себе колоду. Попробуем сейчас сыграть именно то, что я задумал. Не знаю, получится, не получится, но будем с вами стараться. Так, дайте мне... Не дают. Мне не дали домик, ребята. Так, смотри, что он. Нифига он там резко-то как все начал. Не-не-не-не-не, парень.
Тебе сюда дорога заказана, я тебе скажу одно. Ага, вот, ребята, у меня и домик. Пускай бегут. Так, а это что еще за... Что это еще такое? Так, ладно, толстяка мы сейчас, наверное, заколбасим, да? Дай-ка я попробую вот так вот, ребята. Так, это стража, да, по-моему, как она? Как королевская или как там? Что-то типа того. А чё их тут дофига-то? Их тут слишком много, по-моему. Ну, вроде как бы выстояли. Так, вот эту вот башню, ребята, нам реально, в принципе, забомбить. Если постараться. Этого я сейчас... А, его поймали, да? Он на гоблина приключился. Ладно, хорошо. Давай, ребят, ну, этот не дойдет. Так, мушкетчика мы сейчас забомбем. Так, скелеты побежали. И... Что? Блин, он, ребята... Слушай, мне надо еще один, ребята, домик сюда выставить. Пускай эти будут нервотрепку ему тут давать. Он будет потихоньку выходить и будут его наказывать. Так, и давай вызовем мага заморозки. Пускай замораживает тут всех. Отлично. Так, кабан тут еще побежал, да? Так, смотри, ребята, он хочет, ребят, конечно же, он хочет вернуть себе преимущество. Это любой дурак захочет. Так, а мы с вами пока полетим. Пока полетим. Долетим, я только вот не знаю ли. Давай так попробуем сделать. Зря мы, конечно, две орды вызвали с вами, скелетов. Но основную массу бомбанули. Так, давай попробуем. Слушай, ну мага заморозки я до этого не брал доселе, ребята, вот. Только сейчас взял. И то, как бы, на испытание, на пробу. Вроде бы неплохо. Неплохо получается, он бочку бросает. Так, ребята, ну что, мы две башни ему завалили. Остается главный теперь. Нет, парень, уже, по-моему, поздняк метаться. Давай, расстреляли, есть. Фух. Армия скелетов там прыгает, тусуется. Ну что, ребята, по-моему, неплохо, я считаю. И давайте, наверное, нам еще остается сколько? А, нет. Все, мы с вами заработали реворд. Давайте открывать. И я хочу посмотреть, что нам здесь выпадет. Нифига, ребята. Так, боевой таран. Ракета. И сборщик эликсира. Да серьезно, что ли? Не нужен мне никакой сборщик эликсира. И не надо мне никакой печки. Летучка. Не хочу летучку. Вот, пускай лучше будет три мушкетера, ребята. Так, и таран боевой я хочу поменять. О, на мега миньона. Вот лучше пускай так будет, мне кажется. Так, и давай посмотрим, что нам выпадет здесь. Ну. Так, золотишко. Кристаллы. Лучницы. Гоблины. Так, и миньоны. Так, и печь, опять печь. Нет, печь я буду, ребят, менять. Можно же тут поменять? Давай уберем эту печь. О, валькирия. Воу, ребята, все, валькирию я буду обязательно прокачивать. Также я уберу отсюда лучников. Лучше пускай будет орда миньонов. Слушай, вот этот миньон мне тоже, в принципе, не нужен был. Так, скелеты, нет, скелеты тоже мне не нужны. Варвары. Пускай лучше, наверное, будут варвары, чем скелеты. Ну что, ребята... Думаю, что на сегодня пока хватит. В следующем, ребята, поединке мы выиграем 2000 монет, да, плюс сундучок. Ну и пойдем. Тут еще, ой-ой-ой, как долго, ребята. Долго и много нам проходить. Так что, всем пока, всем удачи. И до новых, ребята, скорых видосиков.